Форма свободная. Нет универсиады на крови. Прокусывали и брюки, откусывали кусок мяса от ноги. Нет живодером во власти. И щенками кормили собак, это взрослых. Ужасы какие-то. За что убивают наших друзей? Это будут негуманные способы. То есть способы жестокие. Убийство собак перед универсиадой. Крайняя мера или расплата за ошибки городских властей. Не будет разговоров ни о каких там приютах. Их просто убьют. Забота о животных или борьба за миллионы из госбюджета. Вся правда о зоозащитниках. Который, правильно я понимаю, что тоже участвует в этом тендере, на эти 12 миллионов также претендуют. Представители организации «Зоозабота» в программе «Форма свободная» в пятницу в 20:00 на ITV. Повтор программы в воскресенье в это же время.